Это опять Fall Guys, реванш, реванш, да, я на первой части Fall Guys почему-то корону не получил, когда я сделал все правильно. Сомкнулись так звезды, что я не удалил эту игру, а захотел сделать продолжение. И это продолжение сделало итог, снимать мне дальше этот Fall Guys или нет. Но тебе надо досмотреть видео до конца, ты, если новичок, подпишись, если не новичок уже здесь давно, просто поставь лайк, ну, может, комментарий сделай. Кстати, байт хорошо сработал, мне очень понравилось, если ты заслушал до этого времени, то, если ты любишь маму, должен подписаться. Приятного просмотра. Сейчас бы вспомнить управление, реально. Сейчас просто давно не играл. Ну, что сейчас делать? Так, окей, пойдем налево. Все пошли налево, и мы пойдем налево. Что, меня игра прощает, можно сказать? Не, не прощает, точнее, хочет, чтобы я... Нет, она не хочет, чтобы я заново играл у нее. Нет, ну, сейчас вот обидно она сделала, конечно. Ладно, ой, уже первый кто-то выиграл, ну ладно. Не, ну, в принципе, я прям так иду уверенно. Что? Сказал, уверенно иду. Опа. Хорошо. Изи. Изи, шестым пришел. Изи. Изи, не почуял. Так, направо будем идти, я думаю. Не трогай. Трогает он меня. Ну что он меня толкает, я не понимаю. Конч. О, все, я говорю, это ГГ. А какой вперед встал, я не понял. Вот в этом моменте я даже не понимаю, как вот этот морлок синий как бы идет направо, то есть в обрыв, и резко первым становится. До сих пор не понимаю, игра классная, качайте. 2К ММР помойка, да. Бля-б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 ля. Задело немного. Прикиньте. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. Так, я надеюсь, я успею. Давай быстрее, ну. Бля, там еще какой-то обрыв. Изи, не почуял. У меня, конечно, есть тактика, но я не хочу эту тактику пробовать. Будем играть по-обычному. Я думаю так. Все, у меня переживания на максималку. Если я топ-1 беру, это будет самое короткое видео. Все. Самое короткое видео, если я топ-1 возьму. Сейчас будем идти по какой-нибудь тактике. Ой, у меня вырезал. У меня вырезал, он дурак. И схватил меня специально. Мне тут дебилы, короче, люди. Не, а можно, пожалуйста, вы уйдете все? Что такое? Они вырезают меня. Надо по одному идти, тактика такая, тактика. Так, один уже выбыл, один выбыл. Видите, что он делает? Уродец. Я буду по одному идти, так вот, оп-оп-оп. О, тут уже какой-то чел пришел. Классно. Я не знаю, все это... А, финал. Финал. Главное не выбыть сейчас. У меня такое напряжение, это вообще... А, что дальше-то делать? Что дальше делать? У меня все съедено. ГГ. Пока, ребята. Пока. Вот этот режим был самый для меня непонятный. Так, один банан, три какие-то фиолетовые штучки. Я не знаю, что это. Ну и все. Изи. Почему здесь не написано «смотрите экран, а не избегайте слизи»? Так, один банан, три штуки. Сейчас смотрим, что будет показывать нам. Так. Три. Фиолетовый, фиолетовый. Фиолетовый. Ну, изи-изи. Вытухнуть, пацана. Бля, я чуть сам не упал. Так. Дуриан один. Нет, два дуриана. Три дуриана. Три... Четыре кокоса и дракон вот эти два. Окей. Все по три. А, нет, подожди. Три, четыре. Три, четыре, два. Вот так вот. Три, четыре, два. Смотрим. Что ты мне там в экранчик покажешь? Четыре. Три, четыре, два. А что четыре было? Четыре кокоса было, да. Я уже забыл, просто я запомнил главное цифры 3-4-2, но не понял, что уже, да. Изи, там дракончик прикольный. Ой-ой-ой. Магнит? А зачем магнит? Так, бананов 2. 3 банана, 1, 2 кокоса и 3 вот этих фиолетовых. Изи. 4. 4 банана вроде. 4. 4 банана вроде. Да, банана, банана, 4. Ненавижу этот режим. Так, ну это самый такой первый режим, который, ну, довольно поднячий, поднячий. То есть надо сейчас постараться здесь выиграть. Ну, а, откинули пацана. Ну, пока изи, пока изи. Да ёб твою мать. Да на чё я тут нажимал? Я уже, понимаете, настолько привык, мне топ-1 только так надо. Ну, отлетел. Я на первом месте, кстати, если не ошибаюсь. Блять, на первом месте, а такое чувство, будто на втором. Блять, уже все не на первом. Да меня руинит это... Палка ебаная. Так, заходим, заходим. Ой, ой, заходим на изичах. Что я захотел сделать, не понял. Я хотел сейчас перепрыгнуть. А, перепрыгнуть не смогу, потому что она наполовину.
Все, слизень уже набирается, она прям уже здесь, все. А я не могу. А я не могу подняться. Я не могу подняться. Я последний, вы понимаете? Я на последнем месте. ГГ. Да, ГГ. Ну все, это судьба. О. Ай-яй-яй, как ему повезло. Что? Он на последнем вздохе прыгает. Все хорошо. Ну-ка посмотрим за ним, что он будет делать. Чего? А че он не прыгнул назад? А че он не прыгнул туда, вниз? Он дурак? Да. Вот они, все ребята прыгают. Не, ну крокодил там реально на бота похож. То есть надо прыгать туда вниз, а? Чего в лабиринте? Вот, это все мои тиммейты, вот такие вот. Играешь там, не знаю, в Доту, там вот, в Apex, вот такие вот тиммейты. Как бы надо вниз прыгать, а он пошел назад. Он думает, что это, да, ну, вперед, это к финишу идет, понял? Это к финишу, ребята, это к финишу идет. То есть все назад идут, а он пошел назад. Ой. И зачем он к спавну идет, если кто-то не понимает? А, все, понял. А уже поздно, ребята, поздно. Там какие-то бракованные крокодилы, вот у меня мощный... А, у меня дракон, бля, извиняюсь. Смотрите, мышка, мышка, руки поднял. Мышки, а, что он дает? Он какой-то плотный дал, реально. Смотрите, он плотный дает. Мышка плотную дает, или он хватается просто? Так, ладно. Ну, пока легко. Посторонитесь, уёбки, блядь. Ну, пока не чую, там сейчас будет такой харбас, реально. Не успеем просто. Ну, я надеюсь, я... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, налево. Успеваю. Ух, надо посередине стоять, потому что... все может быть. Вот такие вот платформы очень нравятся. Ты чё хватаешься? Давай я тебя схвачу, ты. Тебе нравится, дурачок, и ты? Ой, ещё прыгать надо. Опа. Пацан улетел вниз, пока. Все, это на разогрев уже пошел. Харбас, пока. Пока. У меня всегда, когда командный раунд появлялся, я проигрывал их, потому что моя тима, я не скажу, что я тоже профессионал, но моя тима, она ничего вообще не делала. Если я за синих, то это должна вин быть. Все, пока. Ливаем. Верни мячик, ты. Узнай, скинул, парень. Спасибо за мячик. Да-да-да, иди нахуй. Себе забил, да? Нет. Это мой мячик. Пока. Все, я пошел. Мне надо забивать, пока. Забиваем. Я не забил? То есть, я не забил, да? Вы посмотрите, что он делает. Все, забил, да? Нет, не забил. Не забил. Где мячик, блядь? Ну, как его взять? Понимаете, 2-3. 2-3. 31 секунда осталось. Я иду. 4-4. Нет, отдай мне это. Забирай мячик, что ты кружишься? Вот моя вся тима, вы понимаете? 3 секунды осталось, все. Просто командный раунд, и я, блядь, проебал. Потом, вот нахуй я старался. Там пацан просто кружится, блядь. Пацан просто кружил. Все, я наигрался.